Для людей предпенсионного возраста сохранят льготы по уплате земельного и имущественного налогов. Это денежный вычет на участок в 6 соток, а также льготы по уплате налога на недвижимость. Чтобы получить их, не обязательно обращаться с заявлением в налоговую службу. Подробности в следующем сюжете. С 2019 года повысился возраст выхода на пенсию. В связи с этим для предпенсионеров появились дополнительные льготные права. К примеру, в отношении земельного участка площадью до 6 соток. Такой надел не облагается налогом. Если участок больше, плата будет взиматься с территории, которая превышает указанный размер. Под льготные условия попадают участки, которые находятся в собственности или в постоянном бессрочном пользовании. Кроме льгот по земельному законодательству, предпенсионеры вообще не платят налог на имущество конкретного вида. Жилые дома, квартиры, гаражи, машиноместо, хозяйственные постройки. Однако от уплаты налога освобождается только один объект недвижимости. Если у человека, например, две квартиры, то за одну квартиру, за которую платить меньше, он будет платить. А налоговой льготу предоставляет так, чтобы было выгодно налогоплательщику. То есть если у него квартира большей стоимости, он за нее платить не будет. Будет платить за ту квартиру, которая меньше стоит. Льготу предпенсионерам предоставляет налоговый орган. По желанию клиент может написать заявление в МФЦ. Прикладывая документы, удостоверяющее право не обязательно. Инспекция сама проверит, относится ли заявитель к льготной категории.